Традиционно в конце июля в Гродно собираются любители езды на велосипеде из Беларуси, России, Польши и Литвы. Уже в четвертый раз в окрестностях Августовского канала пройдет необычный марафон. «Суседи 2014» – это велогонка для взрослых и совсем маленьких, для любителей и профессионалов, для владельцев суперсовременного и простого двухколесного транспорта. Велосипед не имеет значения, главное, чтобы он был исправен, исправные тормоза обязательно. Вот. И человек, который хочет принять участие, понимает, что маршрут полумарафона составляет около 40 километров. То есть ему придется отъехать достаточно отдаленное расстояние, чтобы велосипед не сломался, чтобы он выдержал и он смог вернуться в базовый лагерь. Как сообщили на пресс-конференции, к соревнованиям уже все готово. Намечена трасса, подготовку прошли волонтеры, для участников из соседних стран оформлены визы. А во время марафона дежурить будут бригады скорой медицинской помощи и сотрудники госавтоинспекции. У нас планируется, будет три старта, три марафона. Первый марафон – это на 60 километров. Там уже принимают участие в основном люди более опытные, подготовленные. Вот. Следующий марафон – это полумарафон, мы его назвали, на ориентировочно 40 километров, чуть-чуть меньше 40 километров. Там уже стартует и больше детей, в основном дети старше 10 лет, вот, ну и выше. И мини-марафон – это 10 километров, где уже стартуют все самые маленькие, кто хочет. 19 июля – это суббота, шлюз Домбровка. Регистрация начинается с 9 часов. С 9 до 11 каждый человек должен в базовом лагере подать заявку на свое участие. Предварительная подача заявок у нас на сайте velogrodno.by. Ожидается более 700 участников. За 4 года количество желающих посоревноваться на велосипедах в скорости выросло в 6 раз. И это неудивительно. Отдых на свежем воздухе, живописные окрестности Августовского канала, культурная программа привлекают не только белорусов, но и жителей стран-соседок. Юлия Броско, Сергей Печерица, Новости Гродно+.